А он пока за бассейном сидит. О, кайф. Домой хочешь? Нет. Я захочу домой. Домой хорошо. Все, папа на массаже, мы пошли в номер. Все, киллерс, давай. Сейчас попаримся. Да. У тебя там своя армия, да? Да, у меня защитников посмотрю. Все, мы поехали. Был хороший отдых. Вот так выглядят гостиницы. Вот. Они Кирим, отдельное государство. Айгерим Минарсен и Кю, Айгерим, моя невестка, подарили на 8 марта нам отдых. Буду сейчас снимать вам, показывать. Я вам все снимаю, друзья. Это Бейс называется. Бейс. Это ресепшн. Ресепшн. Сейчас территорию покажем. Здесь летом тоже кайфно, да? Вон большой бассейн. Вот такой здесь. Здесь комплекс. Теплый. Ты можешь пройти, мама? Что ты? У тебя вот здесь уже номер. Здесь вот бассейны. Это горячие источники или? А? Это горячие? Нет, нет. Просто горячие. Вау. Классно. Вон то. Окно открыто. Здесь гостиница. Потом вам вечером, представляете? Будет включать. Без этого он не будет работать. Что это? Это карта. Нет, свет, а, карта, свет, чтобы свет заряжался? Нет, чтобы свет включить. Кондиционер там, что нужно? Еще. Ну, у вас повезло, у вас спит. Рум-тур. Здесь ванная, туалет. О, здесь такая ванная, да? Да, вот туалет. Туалета. Вот туалет. Душевая. Большая кровать, кинцайт. Номер надо закрыть, да? А ванна здесь бесплатно же, да? Да, окно закрой. Вот так, вода, вода, чай, май, вот здесь все есть. Залог. Все. Ты отмажешь хрен. А, да, вот это все. Массажи. Изучу. Ручки. Так, вот это вот. Как Аланте? Классно, Алан? Мы будем втроем здесь спать сегодня с папой. Папа в трусах. Вот сегодня отдыхать будем здесь. Тусить, гулять. Вот здесь вот есть еще массажи всякие. Вот. Вот детокс 70 минут. Гармония души, 18 тысяч, прогревание на мраморе, турецкий пилинг, солевый массаж головы, витамин С для вас. Здесь тайский где? Папе вот этот Арсен сказал взять. Кайф. Ага. Это бассейн? Мама, что вода нету? Другой сейчас бассейн пойдем. Детский?
Штыма? Мы попарились в банке. Нажимай просто. Гидромассаж. Алан, как тебе? Мы сейчас пришли покушать. Айгерим Рахмет. Арсенге Рахмет. Айгерим показала, да, место. Они, короче, на 8 марта подарили вместе с семьей. Нам все нравится. Мы покупались в бассейне. Ты не наклоняй так. Зачем наклоняешь? Вкусно. Ой, мне такой нельзя. Вкусно? Ты боишь. Так, я заказала себе куриный суп, лаждирсаина, солянка. О, ладно, пицца. Сейчас он со мной будет супчик тоже. Да? Нет. Да. Как тебе супчик твой? Мама, зимой картошку. Я картошку тебе не заказывала. Не надо картошку и так-то. А что еще заказали мне? Куриный суп. Суп очень вкусный. И меня не снимайте. Здесь вот, видимо, для посещения, ну вот, которые гостиницу, если вы не снимаете, то, видимо, вот для таких посетителей. Здесь вот, видите, мужская раздевалка. Можно посетить. Не обязательно покупать. Номер, брать номер. И здесь раздевалка женская. Вот. Женская душевая. Вот и такой выход на террасу. Так. Не так симпатично. Я пошла, там поснимала, раздевалка. Там, когда если не посещаешь, допустим, ну, ой, не берешь номер, то там можно, короче. Надо будет по цене тоже узнать. Молодец, ага. Можно будет узнать по цене, сколько будет стоить. Вот, есть там еще большой бассейн. Такие виды здесь красивые. Сегодня мы отдыхаем. Ну здесь, конечно, это не поплаваешь. Здесь. Кстати, как мой купальник? Я его позавчера заказала, и он не пришел в Каспи. Вовремя гельма? Вовремя гельма. Там что твои защитники? Ругаешь? У тебя там своя армия, да? Да, у меня своя. Защитников посмотрю. Ирсайна поругаешь, а? Он тебе сам, блин. Надо будет поругать. Что?
Ертең барадым бар, мен кастрюльке. Ау. Ну, уже плотно было. Так, хватит, да, ладно. Шинка стоит, держи. Иди сюда. Келем, да? Давай, папа тебя приведет. Здесь вот так. Да, Алматы — это такой удивительный город, где не выезжая никуда, можно отдохнуть на любой вкус, на любой кошелек. Так, это туалеты у них здесь. Все так чистенько, приятненько. Очень классненько. Ничего не видно. Мы в парную зашли. Сейчас попаримся. Да, потом поедим, пойдем. Потом в номер пойдем. Мам, я хочу лежать. Лежать, да. Здесь такие несколько парных разных всяких. Там такая мокрая, короче, как хамам. Грейся, грейся. Мы собрались пить чай в номере. Ирсаин сейчас пойдет на массаж. Ой, надо чай попить. Здесь есть все: заварка, чайник. И тут мы купили всякую всячину. Вот. Домой хочешь? Да. Я тоже хочу домой. Дома хорошо. Дома хорошо. Ну, вообще с Ирсаин первый раз в гостинице, да, Ирсаин? Нет, я была в гостинице, но именно с Ирсаином первый раз я. Там, когда в Астану ездила, останавливалась. Кимкейн ты когда? Ну так, чтобы с Ирсаином не было. Просто. Им с Баркала, да. В городе Бамаче, то есть. Нужно в гостинице остановиться. Ну, такой тоже интересный опыт. Мы идем на массаж. А вот, вот массажный центр. А кто здесь? А, вот там у него на ресепшене. А вот, короче, тайского нету, есть расслабляющийся. Тайский нельзя, сказали. У него плечо Ирсаин. Ирсаин плечо вывихнул. Спутник, не взрослый билет. Здесь можно без гостиницы, да, без этого? С утра до вечера. Прайс. Взрослый билет 6 тысяч по одной. И лед, и 30 обязательно взнос на кухню и бар. Выходной, праздничный 8 тысяч. Праздничный 8 тысяч, будний обычно 6 тысяч. Еще плюс входной. А, туда входит 3 тысячи входной и 3 тысячи на кухню уходит. Билет детский. Вот так. И возвратный залог за браслет. Туда-сюда. И дополнительные услуги на прокат полотенца, халат, продажа. Сланцы и вся вот такая информация. Вот можете сюда звонить, они вам скажут. Кажется, это звон. Крутые. Дома так не полежишь, да, шоколадкой с коктейлем. Лон как бродяга. Опять идем, короче. 8 часов сказали прийти на массаж. Мы ушли в номер, потом сейчас возвращаемся. Люди купаются, вы видите?
купается. Алан, мокро, не ходи по краю. По краю ходи. Вон там. О, люди там еще отдыхают. Ахрен, Алан. Загорает. Вау, какая красота. Видите, комнаты полно всяких разных. Кабинетов много. VIP даже есть. Ага, сейчас иду. Лицом вниз на эту. Ага, вот так. Все, папа на массаже, мы пошли в номер. Ирсен Киллерсен, давай. Так, не сюда. Вот сюда. Вот так. Ирсен отдыхает. Пошли, пошли. Пойдем. Ну, уже для Алана прям умнее это так вообще. Вечером купаться, да ну ночью. Холодно. Вообще. Люди вообще стоят там. Вон, вот. Вон. Не видно. Будем кайфовать. Не тёркай. Давай, быстрей. Ой, как хорошо тепло. Повернулся. Просто хлопните и все. Вот эту, да. Ага, все. Арсенин, ну зачем ты так хлопаешь? Чё, как? Уснул, что ли? Да. Кич. Это легче стало тебе? Рука как? Рука все равно надо идти. Я не сразу понял. Вот так вот мы подложим. Пульс явно или скоро. Ой, Дима, это уже последний раз. Тем что базар за самые недели раз звуки. Все. Не сразу спешим. Это звуки. Завтра пойдем на завтрак утром. И пойдем купаться. Утром прям во всей круге надо. И пойдем покупаемся. Ой, доброе утро. Кайф. Сейчас пойдем на завтрак. Вид с окна. Открыть надо чуть-чуть. Такие мини-пробочники, ну, тревел наборы, классные. Не надо большой крем вести с собой, очень удобно. Маленькие, они travel. Классно, да? Это сыворотка, эмульсия, тоник, тонер, и там вот крем. Что ж, молочко для тела. Что будет, Ирсен? Я вареница буду. Ты вот это будешь?
Да, он будет сосиски. Нать. Алану себе. Надо поесть. Так, Ирсайн будет вот. Я буду кашку. Греческий салат, круассаны. Я себе взяла кашу, колбаски, сыры, хлеб, компот. Я буду компот. Чего вот Ирсайн взял ты? Салат, яичницу. Что-то мало яичниц. У меня кашка, компот, у Алана йогурт с круассаном. Я не люблю круассан. А что, колбаской? Ладно, приятного аппетита. Доброе утро. Он вообще утром так рано не завтракает. Он где-то к 11 начинает есть. Молбасу. Он проснется. Что-нибудь выпьет, потом опять ляжет и так будет ходить. Будем пробовать кашу. Вкусно. Такое помещение. Ну что, неудобно постоянно с улицы, да, ходить зимой? Ладно, летом. Там холодно же. Вы классно позавтракали? Хорошо прям. Алан не кушал. Я хочу кофе. Ай, бардак. Бассейн. Повесь, повесь, Алан. Алан? Алай, Саран. Смотрите. Давай. Эй, Алай, Саран. Вас отпало. Так, ага. Он, ты не утонешь, Алан, не переживай. Летом здесь, наверное, тоже классно. Погода сегодня шикарная, да? Давай, пап! Не горячо, да? Я тоже садил! Да, садись! Алан, дожах со мной! Кайф! Без тук-тока! Я хочу это! Это поменьше, но она такая прям горячая, хорошая. Спарк лучше. Такой. О, классно. Здесь погорячее. Зато сегодня как чистенько здесь. Классно. Ну, вчера тоже так было. Ну, когда народ собирается, все равно же. Ну, грязно. Ну, не грязно было, а просто воды много. Народу много, ходили туда-сюда. А сейчас прям хорошо. Именно с 12 начинается спа работать, если вы без номера. Вот. А кто вот
У кого есть номера, они приходят с 10 утра. Мы отдохнули. Ирсань, ты отдохнул? Да. Ты расслабился? Или напрягаешься? Нет. У себя дома здесь ходит. Как будто ты владеешь этим спа. Эй, осторожно, горячо. Ты чё? Интересный потолок. Сегодня прям солнечно и хорошо. Девушку увел у парня. А он пока за бассейном следил. О, кайф. Сейчас, говорит, девушка, приду я. Ужас, Алан Китча. Пойдемте в большой бассейн. Пошли на большой бассейн. Вот здесь можно поплавать, смотри. Давай поплаваемся. Эй, шо, мадим? Единственный минус то, что вот так ходить нам приходится. В халатах мокрый. От бассейна до гостиницы. А если вы без номера, то там внутри это все. Летом, ладно, окей, да? А вот зимой это как-то не очень. Вот так в сланцах. Алан вон тоже. Ой. А так все отлично. Так, в номерах тепло, хорошо, даже жарко было. Все, мы поехали. Был хороший отдых. Вот так выглядят гостиницы. Вот домики. Вот. Территория. Все, Рахмет. Друзья, всем салем. Мы приехали, мы уже дома. Отдохнули классно. Вообще супер. Такое ощущение, как будто мы заехали. Ну, это в городе, в стране, где Каменка. Мы когда заехали в город... Ну, выехали с этого спа. Такое ощущение было, как будто нас неделю не было в городе. Вот это такое, ну, крутое ощущение. Вот, нам все понравилось. Мы провели круто очень время. Вот, советую ли я? Да, советую. Единственные. Там было два, как бы, таких аспекта, которых мне не очень понравилось. Это, во-первых, как разговаривает администрация на ресепшене, на телефонные звонки, там какие-то эти, спрашиваешь, как-то так отвечают не очень, как бы, ну, любезно. Ну, вы знаете, да, у нас сервис хромает, что говорить, вот, и окей, на это ладно. Был еще такой момент, они не меняют халаты. Влажные халаты, как бы, они не меняют. Они говорят, если хотите, можете доплатить 2500 тенге и поменять. Я сказала, где у вас в прескуранте где-то прописано это, покажите мне, пожалуйста. В итоге они мне ничего не показали. Короче, просто игнорировали этот момент. Ничего не поменяли, не перезвонили абсолютно. Вот, вот этот момент. А так, в общем, все было супер классно. Друзья, адрес находится это в Алматы, в сторону Каменки. Каменки. Спа называется Base. Вот, спа-центр. Там вот красные такие домики гостиничные. Вы видели. Ну, всю территорию я, в принципе, вам сняла. Вот. Если захотите, я там еще оставила же телефон, я снимала телефон. Вот, можете там позвонить, уточнить адрес. Вот.
Отдых прошел супер, тем более это был подарок, и нам очень приятно. Подарок наших детей. Вот, и как бы это уже было вдвойне приятно, что они нам такое внимание выделили и как бы оплатили все. Вот, по цене я ничего не могу сказать. Единственное, мы только заплатили за массаж 9500, и все остальное у нас как бы все было проплачено. Вот такие дела. Ну, что еще добавить? В принципе, все. Рахмет вам за то, что вы нас смотрите. Вот. Подписывайтесь, комментируйте. Дальше будем вас радовать и другими влогами. Вот. Всем пока-пока. Саубонс.